Всем привет! Хочу показать наш подъезд, где мы живем. Вот видите, какие потеки. Это заливало нас. Вот пятый этаж. Моя дверь. Вот видите. Конечно, нужно ремонт сделать, но никто не делает почему-то. Никак не могут собрать, наверное, деньги, чтобы побелили и покрасили хотя бы. Хотя мы платим каждый месяц почти где-то 1000 тенге. С квартиры просто платим. Так ничего здесь не делают, пол моют сами жильцы. Это видите, такая паутина. Есть. Вот еще курят тут у нас некоторые. Я с этим борюсь, говорю. Вот видите, все страшное. Почтовые ящики здесь у нас. Здесь вот коляски стоят. Но вот это вот я не могу понять, кто это складывает. Ну, кто-то пьет. Вот сюда все складывает. Вот такие у нас жильцы. Вот. Здесь вот наверху вообще. Вот я повыше подниму. Будем вот эти бутылки. Как говорится, сами здесь живем. И сами здесь ссорим. Хотя у нас домофон.